Может быть, на квадриках прокатимся? Обожаем. В таком виде? Сейчас сначала напаримся, потом прокатимся. Да, мы все равно придется ехать. Просто давно в экспедицию не ездили. Сейчас поедем. Так, товарищи квадроциклисты, минуточку внимания. У нас есть один ведущий, остальные все ведомы. Это он. Смотрим все за ним. Куда он едет, поедем мы. Не надо спутаться. Мы не идем пускать руку. И-ха! Жусеница! На турболото. Мысли рули? Нет, старикашка, он который там состарился. А, настрелся который? Да. Он рули? Да. Понял. Нашел! Смотри в объектив! В объектив посмотри! Класс!
Че у тебя, как техника? Плохо. Чем понравилось-то? Чем? Запахом. Друг спас друга! Надо сливать, надо заливать, потом ты опять сливать, ты уверен? Потом опять заливать. Ты уверен? Конечно. Думаешь, у меня уже до этого дошло? Конечно, дошло. Он заглох, Серег. 100%. Как заглох? 100%. Он, наверное, сам заглушал. Не, заглох он. Там полный цилиндр, надо свечку выкручивать и все остальное прочее. У меня рожа грязная. Нет, чистая. Очень? Ну, помыть надо. Еще даже не эмульсия, он еще даже не поработал. Серег, давай. Еще можно ехать два дня на него. Три, на все. Подними меня. Пусть течет. Не надо. Сейчас свечной надо выкрутить еще. Хорошо носки покойника, да, просвечиваются? Крути эти носки. Серег? А Серег? Сережа. Прям как стояли? Ну, вы хотели помыться. Нет, мы открыли купальный сезон сегодня. А телефон кто? А? Делаем, да? Сергей, меня потеряли, у нас пятерых потеряли просто торфяника. Ну понял, что жрачки больше достанется, поэтому за нами кто не ехал. Ведущий нас, ведомый, Сергей, ведомый, который всех больше кричал, что я веду, Сосновский. Я замыкающий. Ром, перед выездом на трассе кричал, я ведомый, еду сзади, больше никто не едет, я ведомый. Че? Ты где замкнул, вопрос? Он очки, да, как он торфяник очки девает. И все, парень, пошел. Привет, его ждем. Глаза шли быстрее, чем я. Ждем замыкающего, а замыкающего нет и нет. Нет и нет. Нет. Бля, и нет. Пить надо, давай. Меньше, Вася, пить! Не трясем, не трясем, не трогаем пока. Во! А сейчас мы промывку заливаем, да? Как там утоплик? Сразу выживаем. Утоплик? Куда, блин? Конечно. Не затягивай сильно. Нет, Серега молодец. Дай руку, блядь. Дай мне споги набрать. Вот я за рюкзак. За рюкзак. Ноги! Кто там? Заливаем. А у тебя что в кофре-то? А? Кирпичи. Консервы. А мне тут в пакет положил соли. У меня на все смешалось. У меня морковь соленая. Все соленое. Кто мне соль в пакет положил? Нет, я был, что он все старый. В пакете принес. Серега, там все соленое. Да? У меня морковь соленая. Намоемся. Все в суп. Все в суп. Все в суп. Прям консервы там бросим в суп и будет все. Здорово. Я ничего не хочу сказать. Там Ё-по-мать! Ай, дай пусть спокойно поработает, да-да. Дай пять ему, Ром. Пусть эмульсию перемешает всё, да-да-да. Не бейте, а то туда прям всё в этот идёт. Да, он сделал. Я не буду, блядь, бейми. Не буду подгонять, да. Thank you.
Ты все снял? Да. Молодец. А то. Саша, как дела? Отлично. Куда едем? Вперед, и только вперед. Карстовый провал. Да. Все, грязь будет сегодня. Да. Ну, видишь, на бутылке грязь, вот он вам и даст ее. Где грязь? Серег, все-таки может краснухи? Брат, нет. Бля, ты что, садишься? Рано. Какая уха, блядь. Рано. Вы... А то вы не выездите. Димас. Если кому надо айфон зарядить, я специально взял прикуриватель. Не убиваем технику. Ты по секрету им говоришь? Да, я могу говорить. Что хочешь, вот сейчас воду сольем и поедем дальше. Вот там фильтр еще чуть-чуть. Фильтр он сушим на солнышке. Все. С открученными свечками гоняем. Орел, Карпал, хорошие люди. Орел, Карпал, да. Служили технику, да? Там что-то встали, Вась.
Где грязь? Где грязь? Ром, давай, поехал, первый. Да, ищи дорогу, я не знаю, куда ехать. Димас. Вперед! Вперед давай! Возьми правее! Правее возьми! Thank you.
Он говорит, гризли едет. Иногда едет, иногда нет. Газуй, газуй, газуй! Саня, ты чего тут? Есть что покурить? Есть, конечно. Куришь? Да. Давай. Помылись маленько. Большая стирка. Серёг, остудил, остудил. Как там это, ща? Это. Опа, опа, опа. Там. Не туда, вон туда. Вон. Что там, карасик? Опа. Вот он наш новый карась. Я проехал бы, блядь. Ла, распусти лебедку еще. Бля, она ж не работает. Ла, ла, там электрическая часть не работает, блядь. Она с этой стороны? Слезь, 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 слезь. Не туда. А?
Есть зацепиться за что? Стоп! Не надо ничего. Хоп! Пониженную и вперед. Давай, поехали. Ага. Да? Сейчас здесь яма будет, ты шо? Подматывайся в лебедку, встань назад. Стоп, и встань вот так, встань вот так. Да. На, держи. Влад! Влад, распускай! Распускай лебедку! Все, у тебя все собрано. Влад, не надо, не газуй! Подтягивайся и потихонечку иди. Сейчас ты провалишься в яму. Газку! Давай, 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 давай! Все, стоп! Проспал чуть-чуть. Конечно. Прокладка, главное прокладка. Умные люди, видишь, по хорошим следам пошли. На самом деле никто не знает, мы по дороге едем или как. Не знаю. Это кто, Толик, что ли, приехал? Давай. Здорово! Здорово! Это гризли! Это гризли! Это видел? Комары, мухи.
Тащим. Руками, брат, тащим. Руками тащим поле ареста. Хоть поле ареста. Если хотите. Сам далеко ставишься. А? Дотащил. Короче, не верьте никому. Батурин знает тропу, по которой он один все время уезжает и всех сзади потом ждет. Все сидит вот так. А он сидит, блядь, с камерой, блядь. Куда? Не работает. Волшебник, что так? Чарик, не работает. У тебя маяк что какой стоит? Не уходи далеко, ты, блядь, пока нам не сводился. У нас мочи нет, понимаешь? Тащи девушек. Сушка, ты хоть бы колбасы принес. Три-четыре налево. 3-4 у нас не получается. 3-4 налево. Во! Блядь, как ты чё, ёпты? Ты чё, неужели ты его не видел? Нет. Садись, садись на него. Да, и давай катись потихонечку. Битый не битого везет. Именно так образуются дороги. По-моему, так образуется геморрой. Слава, ничего не делай. Подожди, мешочек. Вот это не сможем мы. Еще. Оп, еще. Еще. Пробуй рули.
отдыхают. Ну, короче, мы доехали. Вообще сегодняшний сюжет должен был выглядеть сначала. Короче, мы сидим в бане и паримся. Потому что хотели попариться. Пол с кадра брать не буду, да? Цензур не позволит. Опять протер. Там где-то директор, он вертолет собрался покупать. Его забирали, когда он залипнет. Эвкалипт. Что нас не берет? Как зовут тебя? О, Серега. Хорошо. Роман. Серега, возмечай вот этот вот венчик. Чуть-чуть помаши, сейчас тут температура вырвется. Ой, хорошо. Ох. Сергей, давай, давай, Сергей, давай, давай. Давай, 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 давай. Можно было кепкой протереть? Банька сейчас нет. Нет, кепкой нельзя. Вы, грязная. Может быть, на квадриках прокатимся? Обожаем. В таком виде? Сейчас сначала напаримся, потом прокатимся. Да, мы все равно придется ехать. Просто давно в экспедицию не ездили. Сейчас поедем. Давно, ну сейчас поедем, что нам? Все побаним и побаним. Все собрали. Самое... Так что там насчет провал-то? Камера. Назад этим же маршрутом, да? Ну что, раки зимуют? Батурин, так нельзя, так нечестно. Some good grass and roll it every day for 600 years.